Приветствую всех на канале «Вкус жизни». Меня зовут Светлана, и я живу на Кипре. Друзья, сегодня приглашаю вас прогуляться по одному из самых знаменитых пляжей не только курортного города Айянапы, но и, пожалуй, всего острова Кипр. Этот пляж называется Ниси Бич. Ниси в переводе с греческого обозначает остров. И вот как раз напротив пляжа и находится такой островок, куда спокойно можно пешком пройти от основного пляжа. Протяженность Ниси Бич около 1 километра, и вокруг него находится несколько отелей: отель Ниси Блю, Ниси Бич, Васас Плажа, Адамс Бич и другие, которые чуть дальше от береговой линии. И также здесь мы можем видеть бунгало, видите, с выходом прямо сюда в сторону пляжа. Эти бунгало относятся к отелю Ниси Бич. Вот перед нами отель Ниси Блю. Очень красивый современный отель. А вот левее, туда за пальмами, находится отель Ниси Бич. Людей, конечно, не очень много, но я смотрю, тоже в основном все загорают, купаются очень мало. Но вы знаете, погодка хорошая, солнышко. И здесь дело в том, что мелко, поэтому здесь всегда намного теплее, чем на других пляжах, потому что вода быстро и легко здесь прогревается. Вот видите бунгало, какие с выходом прямо к пляжу от отеля Ниси Бич. Ну, мы с вами прогуляемся немножко туда, в правую сторону, пройдемся, посмотрим. Вот на этих пляжах в основном отдыхают те, которые живут тут в этих отелях Ниси Блю, Ниси Бич. А немножко правее уже, здесь больше, конечно, местных. И вот я вышла к пляжу Ниси Бич со стороны отеля Адамс Бич. Песочек здесь такой мелкий, вообще классный, конечно, пляж. Видите, много свободных еще лежаков. Это я была в 4 часа дня на этом пляже. Не знаю, может, в обеденное время больше людей было. Но обычно люди как-то с утра сейчас не идут, ждут, пока хорошо прогреется море, солнышко. Люди есть, люди купаются, люди загорают. Много с детками. Кстати, я встретила израильтян, туристы из Израиля с тремя детками познакомились. Они русскоговорящие. Очень, видите, много детишек. Это самый популярный пляж. И здесь много баров, которые работают не только в дневное время, но и в ночной, обычно в туристический сезон. Они днем устраивают здесь пенные вечеринки, а потом всю ночь здесь тусит дискотека, музыка громкая, и молодежь всю ночь здесь зажигает на этом пляже. Многие не любят этот пляж из-за того, что здесь очень шумно, и в туристический сезон очень много людей. Ну, а для деток здесь одно удовольствие. Видите, вот здесь как мелко, можно вот, и даже песчаная, вот видите, такая вот коса, которая ведет к острову, легко можно перейти. Здесь также можно взять на прокат различные водные развлечения, лодочки, катамараны. Здесь все-все водные виды спорта. Ну что, друзья, а сейчас давайте пройдем поближе к морю. Посмотрим на это кристально чистое море, эту водичку чистейшую, и послушаем шум Средиземного моря.
Вот как раз отсюда хорошо видно и отель Ниси Бич. Вот он находится, Ниси Бич. И правее отель Ниси Блю. Прямо они находятся на побережье вот этого пляжа Ниси Бич. А вот это слева находится отель Васес Плажа. И левее от Васес Плажа находится отель Адамс Бич. Но его вот отсюда не видно. Полюбуйтесь, какая водичка, какой песочек. Море просто так и манит. Сюда очень любят приезжать местные с целыми семьями, с детками. И не только по выходным, но и даже в будние дни. Я видела, много было сегодня киприотов. Цвет моря всегда на Ниси-Бич просто нереальной красоты. Так красиво, так классно. Море такое манящее. Все, кто были в Айнапе, отдыхали на этом пляже. Вспомните эти ваши прекрасные моменты. Вот он отель Васес Плажа Ниси. И левее, вот там сзади, как бы немножко за ним, и находится отель Адамс Бич 5 Стар, 5 звезд. Да, вот вы можете наблюдать, что уже, как говорится, сезон, туристический сезон на Кипре уже стартовал. И конкретно вот здесь, в Айнапе, вот уже можно видеть, есть много туристов. Ну и также, конечно, и в Протарасе. Но самые теплые места, как говорится, самое теплое место, это вот, конечно, Айянапа. Самый юг, юго-восток, можно сказать. Айянапа находится более на южной части, а Протарас находится более к востоку, с восточной части. Да, это уже время было 4 часа дня, многие уже с пляжа уходили, уезжали, но парковки были все забитые. И на Ниси-Бич парковка, и возле отеля Адамс-Бич было фу, вообще невозможно, невозможно найти место, где припарковаться. Вот так выглядит пляж Ниси-Бич в Айнапе 21 апреля 2022 года. Дело в том, что буквально недавно на Кипре отменили ношение масок на улице, на открытом воздухе. Хотя я вам скажу, что и в прошлом году здесь возле моря, и не только в Айнапе, на других пляжах никто никогда маску не носил. Так что уже пошли послабления. Посмотрите, какое море, какой нереальный цвет, красивый. А это территория, вот эти бунгало от отеля Ниси-Бич. Красотища просто неимоверная. Друзья, спасибо большое за просмотр и до следующих моих видео. Всем желаю здоровья, мирного неба и всего самого-самого наилучшего. Пока!